Всем привет! Новое видео. Не совсем позитивное, но чужой опыт – это будет ваш опыт, который вы сможете использовать во благо себе. Итак, дальше я расскажу, что случилось с новым самокатом Kuga X1. Во-первых, важное замечание. Всегда контролируйте свои действия. Самокаты с таким курком управления газа очень опасны в том, что ты автоматически кладешь палец на, ну, чисто интуитивно кладешь прямо вот на этот курок. И, собственно, дальше произошло то, что произошло. Ну, что я вам хочу сказать. Первая поломка, крыло самоката Kuga X1, приказало долго жить, переднее. Самое обидное, что его сейчас нигде нет в продаже, а модель по пластику, ну, если заказывать на 3D принтере, нигде не взять, потому что, ну, условно говоря, не так много база владельцев самоката, и я думаю, еще просто, ну, никто не делает. Есть там крепление для усиления чего-нибудь. Ну, в общем, крыльев еще пока нету. Крыло обычной формы крыла, но его примечательная особенность, что оно, во-первых, крепится, надо колесо снимать, скорее всего, да, у нас отвинчиваются эти два крепления и, соответственно, снимается. И плюс оно содержит в себе какую-никакую электрику в виде вот ходовых передних огней и крепления вот этой втулки, демпфера. И, в общем, смысл в том, что будьте аккуратны, нажимая ручку газа, самокат может укатить из-под вас. Это ошибка новичков, и, к сожалению, вот случилось такое. Мне очень обидно, самокату нету и 48 часов, поэтому, если честно, бомбит меня не по-детски, в плане, как бы, хотел бы я высказать все. Самокат вырвался, условно говоря, когда ты жмешь на газ, он уходит из-под тебя, встает на попа, и, естественно, ты автоматом также автоматически жмешь еще дальше на газ, и после этого он у тебя вылетает из рук, и, естественно, падает на землю, и вот такое случается. Крыло в хламину, как бы, не знаю, его, скорее всего, не приклеить, но, может быть, кому-нибудь отдам, так как я сам не особо дружу со строительными материалами и вообще не занимаюсь починками всевозможной техники. Может быть, кому-нибудь отдам на... Может быть, сам попробую добить. Просто его нигде не купить. Ремонтная база у этого самоката очень слабенькая, в плане, что это относительно новая модель и просто ничего нет. Если какое-нибудь зарядное устройство еще можно взять, то архитектуру крыла такое, ну и само крыло такое нигде не возьмешь, естественно, для пластика. Поэтому, друзья, такие дела. Само крыло сейчас выглядит следующим образом. Оно, естественно, здесь подобрал вот такие вот остатки. Может быть, кто-то из вас знает, что можно сделать. Я сейчас на быстренькую погуглил, естественно, по запчастям. Ну и понял, что запчастей нет. И посмотрел, какие клея работают. Ну, то есть, каким клеем можно попытаться склеить пластик. Скорее всего, это момент, пластик и, может быть, еще что-то из суперклеев. Но опять же, нужно понимать, что перепады температуры и все-таки крыло – это защитная деталь, которая может иметь... Ну, непосредственно с водой дело, с жидкостью, может быть, даже с солью, еще с чем-то. В общем, самокат в одной части не прошло 48 часов, превратился в не новый самокат. Точнее, новый самокат, но со сломанным крылом. Будьте аккуратны, ставьте газ с катка, то есть не сразу. Но, опять же, кому это надо, тот ставит, кому это не надо, тот ставит. В общем, в любом случае, пожалейте крыло самоката Kuga X1 и напишите в комментариях, как это можно склеить. Спасибо за просмотр. Есть много видео про самокат и другие интересные видосики на канале. Подписывайся, комментируй, пиши лайк, если досмотрел. Да. В чем урок? Урок в том, что, во-первых, контролируйте свои действия. Во-вторых, наверное, все-таки можно что-то изменить в настройках, чтобы это был газ с толчка, то есть надо оттолкнуться и потом нажать на курок газа, чтобы он не рвал с места. Это еще один урок, опять же, для меня. Но я приспособился, а вот, соответственно, некоторые не приспособились. И третий урок. Уже сейчас я задался с целью, ну, в связи с ситуацией, найти все-таки запчасти для этого самоката. Их нет просто в природе, в помине нет. Но благодаря тому, что в одном из видео в комментариях один человек написал, что эти самокаты имеют другие названия, этот самокат имеет другое название, а модель X1 это, условно говоря, одна из интерпретаций моделей, удалось найти запчасти. Список запчастей по ссылкам в описании я оставлю для того, чтобы вы не ломали себе мозг. В первую очередь, будьте аккуратны,
Естественно, это ситуация, когда ты автоматически жмешь, ну, стоя рядом с самокатом, жмешь на курок газа, и ничего больше, как интуитивнее, чем дальше продолжать его сжать, потому что, ну, он вздыбается, он встает на дыбы, как бы, от тяги, и ничего больше не происходит. То есть, ну, естественно, потом человек... Кто-то, у меня были такие случаи, я удерживал, там, как-то ранил себе руку, еще что-то делал, но я удерживал самокат в руках для того, чтобы он мне не вылетел и, как следствие, потом не упал. Тут же самокат встал на попа, естественно, его отпустили рано или поздно, и, как следствие, вот эта поломка, сломано переднее крыло. Да, обидно, это пластик, не знаю, может быть, попытаемся его склеить. Уже проконсультировался у знающих людей, людей, с кем я работал в сервисном центре. Леша, кстати, тебе большое спасибо за консультации. Суть в том, что клеить пластмассу на суперклей, а тем более пластмассу, которая поддается каким-то нагрузкам, вибрационным и вообще на растяжение или еще на что-то, не стоит. Единственный выход – либо варить пластиком со швом изнутри, либо варить холодной сваркой, эпоксиполом, там уже, как говорится, как получится. Естественно, у вас не получится скрыть эту сварку, то есть, как бы, она будет, можно быть максимально ювелирным, как бы, мастером, все равно ты этого не сделаешь. И что из этого выйдет, непонятно, как бы. Ну, может быть, попробуем склеить, но благо нашли запчасти. Надо, естественно, ждать, с Китая все это дело приходит, там, 2 недели, как бы, 3 недели. Но в любом случае эти запчасти есть. Ссылочки. И, кстати, на этот самокат есть еще и сиденье. Если вы искали сиденье на самокат Kuga X1, камон, в описании, я для вас его нашел. Стоит, правда, не детских денег, 5900. Ну, наверное, того стоит. Там очень интересная конструкция. Дальше смотрим видео, ставим лайки и выражаем мне соболезнования по поводу поломки самоката X1, первой поломки. Ну и большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Подписываемся на канал, будут покатушки, будет много всего интересного на тему электротранспорта, в частности, того парка самокатов, который у меня есть в наличии. Ну и совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.